Всем доброго утречка. У нас сегодня понедельник, 8 утра. Посмотрите, какие у нас пустые улицы. Как ощущается, что август. Все порасходились по своим отпускам. И никого нет. Даже кафешки закрываются, кстати. В августе даже половина кафешек закрывается. Вот. То есть некоторые работают, конечно, те, например, да, а некоторые нет, потому что вот так вот получается, что хозяева распускают всех в отпуск как бы в одно и то же время, просто на 15 дней закрывают полностью заведение. Такое многие практикуют. Вот, например, вот это все закрыто именно по этой причине. Вот. Им так даже выгоднее, чем брать еще одного экстра человека на 15 дней, чтобы он работал, чтобы держать заведение открытым. Ну, там, или магазин, например. Вот. Так что, кроме как таких, как я, которым не спится, мне, конечно, очень даже спится, но я бегу быстренько в поликлинику, потому что я, если честно, сегодня забыла, что мне там назначили анализ крови. И я встала, умылась и думаю, ладно, пойду. Раз назначили, надо сходить. А там посмотрим, пригодится или не пригодится. Это уже второй вопрос. А, думаю, сходить надо, так как талон дали. Вот я и бегу. Но очень нравится, что тишина и покой на улице. Одна вон мусорка ездит. Мусор собирает. Вот. Так что начинаем новую рабочую неделю. Стараемся начинать бодрячком. Ну, а там уже как получится. Так что я побежала. Там, как всегда, очередь будет просто неимоверно. Постоянно на эти анализы такие очереди. Такое ощущение, будто... Короче. Ага, вот тут базар открывается сейчас. Будет тут какая-то барахолка. О, поехали. Вот так ездят. Мама, ты помнишь этот фильм? Который назывался «Мусорщики». Кто еще помнит этот старый фильм? И мы всегда удивлялись, что они так ездят. Они действительно так ездят на этой мусорке. А какие они бодренькие. Как они скачут смешно с этой мусорки. Вообще, ну... Такие вот молодцы. А еще у них такие яркие прикиды. Их так видно. Вон, смотрите на них. С утра пораньше, короче. Вот, так что вот они работают. Ага, тут у нас что? А, базар открывается. Ой, боже, куда он будет заезжать? Боже, как он вообще туда заезжает? Поражаюсь этим водителям в плане их профессионализма. Именно такие, знаете, которые водители, которые такую махину могут запихнуть в любые ворота. Вообще молодцы. Преклоняюсь. Я понимаю, что это все опыт. Любой опыт приходит со временем, с тренировками, грубо говоря. Но все же. Я побежала, посмотрю, что тут творится. А дальше уже видно будет. А, давайте я вам покажу, все-таки будет там очередь или нет. Мне же интересно, просто сейчас уже немножко как бы поздновато, 8 утра. Ну, хотя, хоть 8, хоть 28. Всегда очередь. Вот. Так что... Да, немножко есть народу, ну, немного даже. Все поразъезжались в отпуск. Какие нафиг доктора? Я вот это тоже непонятно, что сюда просит. Зачем он мне надо 300 лет? Ну, все же, надо сходить. Тут будут бабуськи и я. Бабуськи и ягуськи. Да. Ну, не очень много людей, но посмотрим. Значит, что вам хотела показать? Я вчера встретилась со своей подругой. И... А, да? На русском можно, пожалуйста, чтобы мои зрители поняли? Можно, Артём? Хорошо, ладно, я переведу. Артём говорит, что мы с моей подругой вчера 3 часа говорили об одном и том же. Понятно? Это он решил, типа, пожаловаться. Вот так вот. Да, все правда. А вообще, она мне вчера подарила вот это.
Что это такое, я сейчас вам объясню. Я сейчас схожу к нашей маме Свете, где она там. Вот, потому что она любительница поварнякать, ну... Давай, давай. Да. Значит, смотри, Света, что мне вчера подарила подруга. Вот. Рассказывай, что это. Рассказывай, что это. Давай. Значит, это холст, вы же поняли, да? В рамке, в рамке. И что это такое? Это рисунок, который нужно разукрасить вот этими красками. Они уже идут здесь в подарок. Здесь же кисточки. И плюс. Рисунок должен получиться вот такой. Я сейчас покажу зрителям, потом тебе покажу сюда поближе. Вот что это будет, посмотрите. Вы не поверите, что, но это одна из моих мечт. Правильно я говорю, да? Мечт? Мечт. Да. Мечт. Одна из моих мечт, посмотри. Оно темноватое, но это специально такой оттенок. Ты поняла, что это? Воздушный шар? О, да. Что... Ой, да. Как он? Да, вот это он. Воздушный шар, да. Это воздушный шар. А ты что пришел? Артист. Заказывали артиста бесплатного. Да, бесплатного. Плятного. Вот. А, плятного? Плятного? Сколько берешь? За свои выступления. Ничего Сто? Себе. Сто? Ничего себе. Да, не маловато, нет? Сто, слышишь, 100? Евро. Ничего да, себе. Евро. Конечно. Он другой валюты не знает. Не, он еще... Он иногда доллары говорит, кстати. Наши вот, так что у меня, видите, все говорит о том, что я должна возвращаться к творчеству. Да, Петряковку разрисовывала капитально вон. Да. Было и дело. Творчеством нужно заниматься, потому что творчество – это самое важное для любого человека. Даже для человека не творческого мы должны чем-то заниматься своим, которое нам приносит, знаете, такое вот… Удовлетворение вот. И удовольствие. Вот. Я немножко собралась в кучу и вам желаю всем бобра. Такого, знаете, давай скажу тут про мечты и про это всем буду желать. Когда-то как? Карина показала мне… видео. Идет настоящий, самый настоящий бобер на задних лапах. Вы представляете, вот так, вот так идет, как утка. А впереди его показывают. В зубах у него морковка, а в лапах кусок тыквы. Так что я всем желаю вот такого вот бобра жадину с морковкой и с тыквой. Буду повторять. Все, пока. Вот. Всем бобра и побольше. И побольше. Вот. Спасибо, спасибо, мама Света. Да. Так что вот так вот, да, дорогие а мои. Шар, да, давай будем. И она сказала, чтобы только я это разукрасила своей сама. Энергией сама, никому не давала. Да, да, да. И чтобы вот выплеснула я свои сюда эмоции. Вот так. Так что все, вот таким будем заниматься, мои дорогие. Не знаю, что за краски. Прикольные. Угу. Видите, здесь же все по цифрам, по цветам. Вы же поняли? Света, ты же не поняла, наверное. А, я не поняла. Здесь, значит, на каждом кусочке, оно дело в том, что очень мелкое. Тут, тут и я фиг увижу, если честно. Здесь, значит, написаны, все разделено вот по кусочкам. Везде есть номерочек. Номерочек на краске есть. И вот номерочком этой краски нужно сюда наносить. Вот. И таким образом как бы получится вот такой рисунок. Ну, ты художница, разберешься. Да, да, художница. Угу. Я уже, мать, 20 лет как не художница. Когда рисовала последний раз? Талант не пропьешь. Это точно. Так что, ребята, все. Да, последняя картина Петряковской росписи, которую я делала, вон она висит у меня на кухне. Это да. Огромная деревянная вот эта тарелка, которая делалась в 2014 году. Я была с огромным пузом и ходила к Кине Юрьевне на... Никакие не 20. Что, считать не умеешь? 10 лет? Да, считать не умеешь, да, кстати. Вчера было ровно 10 лет. Да? Ровно 10 лет, так что... Да, так же позавчера. Все, вот так. У нас, как обычно, вечерние процедуры. Так, одна есть. Да? Ну, там, по-моему, были, да? Какие? Вот эти. Шиите, луна, инолшинте. Вот. Так что принесешь мне одну сюда, хорошо? Это у нас тут пачка с иголками. Поехали, Тёмыч. Давай эту тоже. Мы одну уже сделали. И сейчас вторую. Угу. Иди ко мне сюда. Иди, птичек, иди. Сделаем. Вот. А то что-то у нас тут поднялся сахарок. Беда-беда. Так, 11. У нас здесь 11 единиц нашей длительного действия.
Иголочку мы новую поставили. Отлично. Тёмыч, иди ко мне, зайка. Иди сюда. Чего ты там сел? Иди. Что случилось? Иди сюда. Тём, иди, пожалуйста, сюда. Тём. Что случилось? А? Чё ты сел там? Тебе что, плохо? Или что? А что? Чё ты сел? Чего ты сел? Чего ты сел? Хорошо. Всё же хорошо. Не хочешь? Ладно, мы снимаем. Так, не надо, Света, плакать о тебе. Так, не надо плакать. Чего это все собрались плакать? В чем дело? Что за новости? Что за новости? Тёмыч, иди сюда, мой хороший. Ну чего ты, Тёма? Ну вот так вот, когда мы смотрим планшет, мы не плачем. Я сейчас у тебя его заберу, потому что ты плачешь. Что за... Чего? Не, ну ты смотришь планшет, и ты не помнишь о том, что у тебя диабет. Ты только я тебе сказала его выключить, ты вдруг вспомнил и разрыдался. Вот так. Так, и как в это играется? А ну-ка. Да. Я возьму себе подушечку. Да. И con los personajes tienes que hacer. Слушай, ну это же вообще-то настольный футбол, то можно сесть за стол, да, а не вот это сидеть голыми жопами. No, pero es super así. Y tienes que mover tus muñequitos así и hacer a nuestra. Y hacer que hagan esto. А ну-ка. И marcar ahí dentro. Понятно. Короче, у нас 9 часов. Fácil. 9 вечера. Sencillo y para toda la familia. Да, у меня куча работы, но надо уделить время сыну. Ой, я нажала случайно. А ну-ка, Сертени, поехали. А так не видно ничего. Как же мы так будем играть? Ничего же не видно. Как мы тут играем? Сейчас посмотрим, что у нас получится, дорогие зрители. Я рохо, я должна забить туда. Sí. Все понятно. И я soy el primero que llega a 10 gana. Хорошо. Подожди. Ага, значит, я тебе уже один забила, да? Sí. Ага. Ой! А ну, газ! Чикас, vamos! Тёмыч мне забил гол. И que pasa? Так, я поняла, как надо играть. Я поняла, как надо играть. Света, очень интересная игра. Света, очень интересная игра. Сейчас он мне опять забьет гол. Да нет, не получится. Есть, я забила. Ай, Тёмыч, подожди. Не видно, как это такая. Подожди рукой. Так. Тонюшка, если ты на пидешь. А ну-ка. Я забила одной рукой. 3-1. Ничего себе. Я даже нормально не играю. Не ожидала. Нет. Есть. Так. Нет. Я защищаю свои ворота. Нечего. Есть.
руки отошли. Есть! Еще один забила. Короче, вы поняли смысл всего этого. Вы поняли смысл всего этого безобразия. Короче, мы продолжаем. Кстати, еще. Вы знаете, что я вам покажу? У меня тут есть одна вещь новая, которую я хотела вам показать и с вами поделиться. Сейчас покажу. Вы поймете, что это такое. Такая вот маленькая штуковина. Очень маленькая, но очень интересная. Да-да. Это камера. Вот. Которую можно цеплять везде. Цеплять ее можно благодаря вот этому чудо-ящичку, который у меня здесь есть. Здесь куча всяких насадок на куда хотите. Вот куда хотите реально. Видите, как на шлем можно цеплять. Так можно вот и есть треножка. Вот эта. Ну, в принципе, треножка мне особо не нужна, но тоже пригодится. Короче, палка, селфи-палка, вот еще какие-то. Короче, я, если честно, даже не знаю, что тут внутри. Но вижу, что тут много всякого и всего в этом чудо-ящике. Мы сегодня это разберем. Вот. И теперь буду делать для вас контент еще интереснее и разнообразнее. Потому что буду, в общем, эту камеру тулить везде, где угодно и не угодно. Вот, если у меня, конечно, будет время на это все дело. Ну, я надеюсь, будет время. Будем пробовать, по крайней мере. Вот так вот. Вот такая у меня есть новая штуковина.